Книга «Открытым оком», первый том, вопрос 278. Политика. Что известно теперь о гибели Александра Меня? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Несколько своих встреч с отцом Александром Менем, зафиксированные на пленке, и мое интервью с ним чудом сохранились у меня после всех обысков КГБ. Я не могу назвать себя близким к его окружению, но когда он был убит, родные его прислали мне сразу же телеграмму, и тогда же многие стали спрашивать меня, могу ли я хотя бы приблизительно сказать, кто его убил. Александр Мень – еврей, и уже был назначен ректором Православного богословского института. Этого очень не хотели русские патриоты, в лексике которых слово «жидомасон» преобладает над всем русским словарем. В первую очередь это НПФ «Память». Расследование убийства Александра Меня брали под свою ответственность Михаил Сергеевич Горбачев и Борис Николаевич Ельцин, как и гибель Курска и причину войны в Чечне. Предполагаю, что истинных убийц и организаторов гибели Курска никогда не найдут и не выдадут. Рассекречено будет лет через 150, как писал Керенский, о чем уже только на краю могилы понял Милюков, что был жалкой игрушкой среди масонов в их грязной и кровавой игре. Эйфория кончится, что вот как ловко их всех обдурили, они всех обдурили. И когда Господь все в истинном свете представит, вот тогда они взвоют. Это все делалось не без ведома властей или по прямому их указанию, как и взрывы зданий в Москве и небоскребов в Нью-Йорке. Сделали свои же спецслужбы. Так понимают сегодня очень многие и так и пишут открыто в печати. Благо же, когда есть гласность.